Жители Октябрьска Анастасия Неборская и Андрей Абдулин в сентябре стали родителями. Это сейчас они спокойно гуляют по улицам города с малышом Егором. А до этого был период размышлений, страхов и переживаний. Беременность Анастасии выпала на разгар пандемии. Летом, когда заболеваемость ковидом в регионе стала серьезно расти, пара решила вакцинироваться. В июле, уже на 7-м месяце, когда прививаться безопасно, Анастасия получила иммунитет. Поддержал в этом и супруг. Если, не дай бог, во время беременности заболеть, то лекарства принимать уже опасность была для малыша огромная. То есть здесь уже как бы выбор был в пользу прививки стопроцентный, просто нужно было успокоить. Успокоили и поддержали врачи, рассказали о безопасности вакцины для малыша. Нам все объяснили, на все наши вопросы подробно отвечали, неоднократно заданные. Сказали, что это не страшно, для малыша это не опасно, что он родится уже с антителами. К появлению долгожданного ребенка подготовились и родственники молодых родителей. Все сестры привились, тетушки привились, бабушки даже старенькие привились. То есть все говорили о том, что ну, да, все переживают. Ну, 1-2 дня у кого-то там что-то было, у кого-то температура поднималась, у кого-то ломота. 1-2 дня. Потом все было нормально. Детское здоровье всегда находится в фокусе внимания родителей и врачей. А во время пандемии это приобретает особую актуальность. Ребенок так же, как и взрослый, может подхватить инфекцию, напоминают медики. Более того, в последнее время участилось количество подтвержденных случаев коронавируса у беременных. Заболевают и дети до года. Врачи рекомендуют будущим мамам вакцинироваться еще на стадии беременности. Сделать это можно с 22-й недели при отсутствии противопоказаний. В Самарском регионе уже почти 2000 женщин в положении сделали прививку от коронавируса. Светлана Кудрявцева, «События».